Мы возвращались в него. Чувствовал, что мне в нем уютнее, чем в городе, где я. Мой настоящий дом. Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона, там я. Контролем правильный. Найдем мы их. Лучше, что мы быстрее отсюда. Черт! Ладно, ты... Хорошо. А ну-ка, посветите мне тут... Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок! Базарить научил. Отца, давай мне. У меня к нему. Хозяин? Ну конечно. К хозяину так. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Thank you.
Давайте на рожок. Давай, моя прелесть! Ты чё там заржал, чемпион? Давай сюда рожок. Беги, 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 давай, 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 беги! Ну что же за непруха такая, девчонки? Слышали? Говорят, люди бегут с ДНХ. Типа того. Чего ты сказал, еще что-то? Да нам-то че? Если нам от этого пользы нет, то какая разница? Всегда ты так шакал. Только о бизнесе и думаешь. Ну да, блин. А что, ты что ли будешь думать? Слушай, а что ты о новом хозяине? Чё за вопрос? Я на него 5 лет отпахал. Он жёсткий чувак. Да, он башкарик. Готов спорить. Мы скоро поменяемся болтами с самой Третьяковкой. Да нет, чего ты взял? Нет, зачем? Жалко, правда, что он так тихо нашелся. Там хорошие мужики были. В этой стране тебя заботят. Ты-то жив-здоров. Никто тебя не расчленяет. Кормят. Видел чувака, которого они все поймали? Ты хорошо. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, чё, правда? Ну, без ты перец. Сейчас найдем, зуб дай! Сука,
Сейчас мы его! Ищем сейчас! Двинули! Он от нас не сныкается, падла! Не, ну где там эта падла? Сучара, выходи! Резать тебя будем! Не, ну ты дал, брателла! На такую предъяву только мужик поведется! Да, братва, лоханулся я! Это ж петух подшконочный! Искать суку надо! Ну а тут чё? Ну и чё чисто? Где теперь искать будем? Под шконкой! Хорэ, братва! Искать надо! Пока не свалило, трясло это! Видел чувака, которого да все сорвали? Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, все, правда? Ну, безбашенный перец. Э, чё, мля, такое? Не, походу, глюк.
чё-то как-то того, этого, стрёмно, короче. Завалят, а ты и не просышь. Чисто потопали искать, сучонка. Чё-то не... Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокон? Артём! Чё за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Нет.
не знает, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. В сторону, Артём. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становится частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был
единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Сосредоточься. Несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже.